Тёмыч! Тёмыч, канал вернули! Диман, что такое? Тёмыч, канал вернули! Серьёзно? Смотри, смотри! Приятного просмотра. История про огромного психопата с топором на изуродованном тракторе оказалась реальна. Мы дважды пытались угнать технику из леса. Во второй раз мы нашли в прицепе парня, который уверял, что его друг пропал. Нам ничего не осталось, кроме как проследить за маньяком и обыскать его логово. Несмотря на сложности, нам это удалось, но друга мы не нашли. Вернувшись к спасенному нами человеку, мы узнали, что друг уже вышел на связь и сказал, что смог сбежать сам. Наш риск оказался напрасным. Этот самый друг приехал за нами, и тогда мы с братом узнали в нем того, кто закладывал посылки с Даркнета прошлой зимой. Александр уверял нас никому не говорить о его прошлом, объяснил нам, что теперь чист и работает обычным бизнесменом. Но его связи дали нам полезную информацию. Так у нас и появилось два задания. Первое. Трактор маньяку не принадлежит, а значит, мы можем на законном способе забрать его из леса. Но для этого нужно найти все документы на психа, которые тот прячет в заброшенной психушке. Второе задание – благодарность Александру за информацию об этих документах. Нам нужно поймать даркнетчика, который работает в нашем городе. Саша не хочет возвращаться на работу даркнетчика, а эти люди постоянно прижимают его, поэтому он сам заказал посылку и попросил схватить посыльного на нужных координатах. Друзья, приятного вам просмотра. Не забудьте одеть наушники для полного погружения, а мы начинаем. Главное, что здесь ничего нет, и нам в этом не нужно копаться. Мне кажется, здесь была операционная, может, какая-нибудь. Посмотри на верхней полке, я посвечу. Смотри, все в темноте. Да, смотри аккуратней. Не хочу здесь задерживаться. Спалами аккуратней. Здесь какие-то шумы, мне это уже не нравится. Надо быстрее вылечить. Я что-то вижу. Где? Школьный аттестат, Диман. Здесь все документы. Точно на него. А на кого еще? Сейчас документы изучим, и тогда будем Саньку долго возвращать. Координаты и время он назвал. Диман, а Серега где? Все нормально, он уже где-то ныкнулся. Он битый стоит. Молодой человек, а ты что тут делаешь? Хватай его! Я проверю посылку! Давай, давай! Тёма, Тёма, следи за ним! Ага. Берите, конечно, она нигде не чистится. Тем более, ты говорил, что твой друган заказывал. Настоящий? 20-25. Здесь мы можем зайти. Это то место, о котором тебе вот Санек скинул, да, координаты? Да, 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 это как раз та самая заброшенная психушка. Фонарь взял? Да. Ну, пойдем тогда смотреть. Погнали. Мы оставили машину и сейчас собираемся забраться в это здание. Много слышал об этом месте, еще в 90-х оно процветало. Здесь на одну комнату сразу по 10 человек, по 10 психов сажали. Серьезно? Да. Диман, тебе вообще как страшно? Да, естественно. Я никогда не думал, что мне придется в такое место залазить. Мне аккуратнее, тоже... кстати, ноги, Семыч. Ага, мне тоже страшно, но как-то все равно не так, когда мы с тобой в тот дом лазили, Диман. Там мы точно знали, что он в нем. Да. А, Диман! Тут еще, смотри, лестница есть. Ну, какая-то... Тут второй этаж? Ну, видимо, да. Но вот лестница какая-то упавшая. Надеюсь, нам не придется туда ползти, и мы все на первом найдем. Давай посмотрим первый, Тёма. Давай. Ну, в принципе, ничего необычного. Какие-то странные комнаты. Очень старые. На палату похоже, да? Да, смотри там. Что это такое? Не знаю. Пойдем отсюда. Пойдем дальше. Темно. Так. Вот оно. О,
ничего не вижу тебя. Дальше. Так, ну здесь светло. Должен быть еще одна палата, что ли, да? Так, Тёмыч, давай поскорее, немножко уже нагнетает тебя от обстановка. Давай, чем быстрее документ найдем, тем будет лучше. О, черт, мама, здесь плитка. Мне кажется, здесь была операционная, может, какая-нибудь. Смотри, Тёмыч, она соединяется с другой. По-любому это была операционная. Полезем туда? По идее, надо быстренько проверить. Сейчас здесь светловато. Так. Здесь ничего, братан. А здесь? Смотри, какая большая комната. Вообще огромная. Окна завалены все, Тима. Что здесь могло быть, Тём? Ну, либо, как ты говоришь, операционная, либо кухня. Но кухня в середине, не знаю. Нет? Не знаю даже. Ладно, пойдем дальше. Пойдем. Главное, что здесь ничего нет, и нам в этом не нужно копаться. А, блин. Аккуратно. Ага, спасибо. Димон. Дядя. А как ты думаешь, мы вот тогда убежали от него? Он нас еще как-то ищет. Он заметил то, что у нас видео давно не уходили на канале. Как ты думаешь, что он подумал? Я не знаю, чем вообще, если честно. Но я думаю, он точно что-то хочет. Ну, хорошая попытка скрыться, как будто, да? Это точно. Так, ладно. Пойдем дальше. Просто комната. Димон, я так понимаю, это уже торцевая, да, последняя? Впереди. Да. Смотри, Тёмыч. Походу, они здесь разрывали просто все. Пипец, такое чувство, как будто вот здесь были реально какие-то мягкие стены, да? Вот эти вот клочки, как от мягких стен. Да. Только почему здесь обои, непонятно. Ну ладно. Тёмыч. Чё, тоже пусто? Да, и тоже все в обоях. Кстати, смотри, Димон, похоже, как будто это тайник. Да? Да. Да это же стена, правильно? Может, тут документы? Давай посмотрим. Показалось, Димон. Не, братан, тут, походу, ничего нет. Смотри на верхней полке. Я посвечу. Нет, тоже пусто, Димон. Ничего нет. Не знаю, все-таки придется идти на второй этаж. Придется. Идешь, все нормально? Иду, иду, Димыч. Страшно? Представь, каково было нам. А вот где ты сможешь расслабиться после просмотра нашего видео. Сайт аккаунтов компьютерных игр. Приглядись. Видишь наш значок? Все верно, мы являемся партнерами сайта, чтобы наши подписчики могли спокойно играть во все эти игры. Ребят, как вы уже знаете, у нас целый месяц не было канала. И, естественно, было очень много времени, помимо того, как мы восстанавливали наш канал. И вот это огромное время, когда мы ничего не могли сделать с нашим каналом, просто угнетало. И мы натолкнулись с Артемом на очень классный сайт, друзья. Цены здесь просто космические. Посмотри сам. А если все еще сомневаешься, то взгляни во вкладку «Отзывы». Да, ребят, мы восстановили канал. Но представьте, мы не можем каждый день выкладывать ролики. И как только вы его посмотрите, у вас сразу же появляется чувство ожидания, которое, как мы уже поняли с Артемом, нереально просто преодолеть. Поэтому, друзья, мы вам предлагаем очень дешевый и классный способ победить это ожидание. Просто переходи на этот сайт, посмотри, какие там цены. Погрузись в эту игру. Как только досмотришь наш видеоролик, сразу же заходи на сайт, посмотри, что тебе нравится. Там все найдешь на свой вкус. И обязательно погрузись. И ты просто не заметишь, как в считанную секунду снова выйдет наш видеоролик. Ведь теперь мы будем это делать чаще. А теперь продолжим. Диман. Смотри, тут написано стоп. Прямо на ребре лестницы. Блин. И вон тоже стоп, Диман. Типа назад стрелочка. Типа идите назад. Что делать? Ну, не знаю, надо найти документ. Ну, Тёмыч, не зря не сложить. Так, аккуратно, давай, ты первый, Диман. Диман, иди сюда. Это что, ванная, что ли, типа? Да, смотри. Что это такое, Тёмыч? О, чёрт возьми, я не хочу это трогать. Но это не похоже на документы. Так. Тёмыч. А? Чё? Смотри. Это чё, типа шкаф?
шкаф пожарный или что? Я не знаю, загляни в него. Сейчас, аккуратненько, подожди. Не рухнуть бы. Я боюсь на пол наступить. Йо, Дима, держ. Это что за фигня? Я не знаю, Тим. Смотри, вся в паутине. Да, смотри аккуратней. Что-то из нее вытекает, Дима. Она в паутине, но несмотря на это, она заполнена. Как будто ей пользовались кто-то. Смотри. Артем, это недавняя система. Недавняя? Давай убираем, ну и нафиг. Как улики будем забирать вот эту баночку, Диман? Пока пускай полежит. Давай потише, Диман, сделай еще комнату. Смотри, кровать. Диман. Еще система. Тёмыч. Да. Тёмыч, пойдем посмотрим. Возьми документы и пойдем отсюда, ты его посмотри. Диман, еще один какой-то шифр. Какой-то бред, у меня уже крыша едет, как будто я сам здесь лежу. Беру оба. Да, возьму, посмотри. Диман, здесь аттестат об основном общем образовании. Школьный аттестат, Диман. Здесь все документы. Это точно на него. А на кого еще? Санек сказал, здесь только на него документы. Тупо он задержит и все. Он не говорил о других. Пойдем тогда быстрее отсюда, и в машине посмотрим. Давай быстрее отсюда, Валя. Потихоньку, потихоньку, братан. Смотри, чтобы в пол не уйти. Пойдем быстрее в тачку подальше, пойдем в здание. Ребят, нам удалось уйти из этого здания. Сами все видели. Сейчас документы изучим, и тогда будем Саньку должок возвращать, да? Он на сегодняшнее число говорил. Эти документы, они он подложил. А, ты убедимся. Думаешь, он мог это? Если убедимся, тогда сразу же едем и делаем его задание. Да, давай, бро. Так, подержи пока. Там было очень страшно. Хотелось просто выйти как можно скорее. Эта атмосфера, это понимание, что это за здание, оно заставляло просто ни о чем не думать, брать, искать документы и убегать как можно скорее. Я надеюсь, что это те самые документы, а не Санек. Диман, это те самые документы. Мало того, что здесь всякие аттестаты школьные. Но только школьные, потому что я так понял, что он нигде не учился. Санек сказал, что здесь все документы. Школьный аттестат, свидетельство о рождении. Ничего на трактор нету. Ни прав на вождение таких транспортных средств. Ни самого этого паспорта на трактор. То есть Санек не наврал. Мы можем забрать трактор. Но сперва придется все-таки помочь Саньку. Да, ребят, сейчас уже немножечко отдышимся, может пройдет какое-то время, для вас это будет секунда, но как мы сейчас соберемся перейти к новому заданию, мы сразу же включим камеру. В общем, сейчас мы должны отдышаться. Убедившись, что документы те самые, мы сразу же созвонились с Саней, поблагодарили его и сказали, что поможем ему с даркнетчиком за полученную информацию о психе. Саня сообщил, что уже заказал посылку с Даркнета за 50 тысяч рублей, а нам с Диманом он вышлет координаты. Останется только поймать нарушителя и сдать его полиции. Хорошо, что у Димана было много связей, и мы смогли связаться со знакомым полицейским Серегой. Так, Тёмыч, координаты и время он назвал?
Через 2 минуты должен быть вон на той точке. А, видишь, где деревья? Диман, а Серега где? Все нормально, он уже где-то ныкнулся. Я с ним связался, он специально перед делом не стал с нами встречаться. Сказал, лучше будет так. Ну, я доверюсь. Ты думаешь, этот черт не задержится с посылкой? Я думаю, нет, у них всегда все строго, чел. А смотри, смотри, пацан какой-то идет. С пакетом. Да это просто. Он как-то должен, блин, не один быть. Не, гляну. Что-то торчит. Палки рыболовные, что ты фиг знаешь. Блин, он нам тут все не сорвет, он не спугнет того, кто прийти должен. Не знаю, чел. Да они обычно не боятся, главное ему не попасть. Типа, быть. Ладно, это бита. Какой-то стрёмный пацан. Мне интересно, где сейчас Серега? Он сказал, все под контролем, он за полчаса подготовился к операции. Тёма, слушай. Слушай, пап, то самое место. Санёк сказал как раз. Дерево. Тёмыч, Тёмыч. Зелёно-жёлтое дерево, Диман. Так, у тебя камера. Давай. Молодой человек, а ты что тут делаешь? Гуляю. Гуляешь? А что ты там под деревце спрятал? Ну-ка, пойдем посмотрим, Тёмыч. Тёмыч, снимаешь, да? Снимаю, снимаю. Ага. Это ты здесь? Ночи переломать, я не понял, пошли отсюда. Ты здесь посылки прячешь? Какие посылки? Ты посылки что под деревом делал? Ну, с Даркнетом. Посрал я, может, под деревом. Чуть-чуть. Посрал? С мешочком, да? С пакетом. С собой, да, не брал. Опа, опа. А вот и Серега. Ну вот, люди подходят. Ты не пытайся убежать. Ты не бой, не бой. Сюда биту. Сюда, бля, биту сказал. Да. Ну, Диман, хватай его. Блин, Серег, бежи его. Взяли, все, биту менять, Ман. Так, я проверю посылку. Давай, давай. Серег, где рэп? Все, следи за ним. Ага. Ну все, парень, ты попал. Забрал, Диман? Ты на месте потряси, там что-то есть? Есть. Слушай, Серег, что, мы заберем посылочку? Берите, конечно, она нигде не числится. Тем более ты говорил, что твой друган заказывал ее. Ну да, спасибо, Серег, огромное. Что, это лежит, да? Да, все нормально. Все, давай, спасибо. Все, давай, Серег, давай. Спасибо. Давай, точно справишься, точно да? Точно наберешь, да? Да, наберу. Все, ага. Давай тогда до связи. Все, спасибо большое. Давай, Диман, валим. Я тут это, биту там оставил. Санек, тебе говорил, за сколько он посылку взял? Да, полтинник. Подожди, она продавливается, наверное. А, не, тут пазы. А, погоди, давай стой. Пока не будем открывать. Может, Саньку позвонишь, вообще спроси, можно открыть или ему коробку нужно? Подожди, дай-ка себе наберу. Угу. А, подожди, смотри, замка нет, почему, это же тупо. То есть, каждый может взять и открыть? Не, ну, теоретически-то любой ящик можно взять, открыть, сбить замок, как мы в тот раз сделали зимой. Смысл вот этих посылок Darknet, наверное, именно в том, что они прячут там, где невозможно найти. То есть вот как вот мы без координат могли бы найти? Ребят, Диман решил позвонить Саньку для того, чтобы узнать, вообще можно нам открывать этот ящик или нет. Я надеюсь, что Санек даст согласие, потому что это будет крутой контент для вас. Хочу поделиться с вами своими ощущениями от того, что произошло. А все произошло очень быстро. Когда я смотрел видосы на Ютубе о том, как там задерживают всяких чуваков с посылками Darknet, там так долго происходит, такие всякая болтовня, тра-ля-ля. А здесь все как-то очень быстро прям произошло. И меня это очень удивило, что в жизни на самом деле все намного быстрее. Че, Диман? Короче, поговорил с ним, рассказал ему то, что все, видеоматериал есть. А то, что ящик забрали. Он счастлив, я говорю, блин, а с ящиком что делать? Типа, ты полтоса сократил. Он говорит, Диман, ты сам знаешь, мне деньги вообще не важны. Вскрывайся, главное, спасибо, то, что выполнили мою просьбу. То есть он доволен. Блин, конечно, очень секретная коробка. Я бы не догадался, наверное. Какая-то СССРовская. О, Тёмыч, подожди, ствол. Настоящий? Стой. Сейчас. А, нет. Погоди, это просто пневмат. Заточенный под настоящий. Видишь, здесь просто дуло сделанное, как у настоящего. Игрушка, mm-hmm. короче. Игрушка? Да. И сколько он стоит? Да 1005 максимум. Максимум 5? Да. Блин, Санек не окупил, да? Цену нет, не окупил. Полтинник отдал, 5 всего забрал. Тёмыч. Чё? Это военник. Военник? Да. А слушай, вон еще второй, Диман, да? Тут 2 военника. Нихера себе, 2 военника. Офигеть. Подожди, ты только на камеру не показывай. Давай, давай, я отведу пока. Все-таки, блин, сдадим тогда. Военники Сереге отдадим. Сейчас созвонимся с ним. Ага, давай. Вот так сделаем, чтобы жетончик не палить, а то мало ли что.
Все-таки документ, мы его лучше отдадим в нужные руки. Тёмыч, три буха. Ты ее не высыпай особо. Сейчас, погоди, просто посмотреть, может тут что-нибудь еще есть. Да во, во, бабло. Стой, да бабло. Давай, посчитай это, сколько. Блин, фальшивки? Мне кажется, фальшивки, конечно. Погоди. Стойка. Тёмыч, не фальшивка, смотри, знак водный, видишь? Ага. Ну-ка, посчитай, сколько денег. Подожди. 20, 25, 30, 35, 40, 40. Полтос, Тём, как полтос? Стоимость посылки здесь. А в чем прикол-то вообще? Я не знаю, Тёмыч. Ну это, блин, круто. Чё, а слушай, них... они, может, меченые просто, Диман? Я не знаю. Раскидаем все у них? Да раскидать можно, если они не меченые. Ну я думаю, Серёге тоже за помощь немножко, блин, заплатим. Да можно. Хоть и дружище. Чё, тут есть что-нибудь ещё, может? Вроде ничего, Диман. Заметили бы. Ребят, мы поймали закладчика главного, который Санька как раз и держал у себя. Санек хотел отвалиться от этого дела. Благодаря нам, благодаря Сереге, который нам сегодня помогал, у нас это все удалось. Давайте так, друзья, вы знаете, что Санек перед тем, как мы ему помогли, тоже нам помог. Мы смогли забрать папку из психушки. Тот документ на того псих, который за нами гнался в предыдущих частях. Ссылочка будет обязательно в описании. Посмотрите их, если вы еще не видели. Обязательно оставайтесь с нами, набираем 5000 лайков. И 5000, раз, друзья. Мы уже не связаны, наши руки. Мы все-таки выкрадем этот трактор. Что-что, а трактор мы точно постараемся выкрасть. Мы снова пойдем туда и сейчас делаем это. Да. Понял. Спасибо. Давай, Серег, увидим сегодня. Ребят, только что позвонил Серега, сказал, все, он уже отвез его на участок. Ну все, Тёмыч. Друзья, 5000 лайков, и мы снимаем, как угоняем трактор.